Hello and welcome to lesson number 34. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте продолжать заниматься английской практической грамматикой. Сегодня мы потренируемся с вами в использовании gerund и infinitive, ну, то есть ерунде и начальной формы глагола. Когда что используется. Если вы не помните, как этим пользоваться, пожалуйста, переходите на урок по теоретическому материалу. Ссылка всегда перед вами. А мы с вами приступим. Перед вами 10 предложений, и вам нужно будет выбрать, что лучше, точнее, правильнее подставить. Герунди или начальную форму глагола. Итак, поехали. Первое. Bob enjoys reading или to read books. Bob получает удовольствие от чтения книг. Okay? So, правильный ответ должен быть такой. Bob enjoys reading books. Okay? Number two. Pat suggested to play or playing a game of chess. Pat предложила сыграть партию в шахматы. Вспоминаем, что мы ставим после глагола suggest. Предлагать. Разумеется, это герунди, gerund. Pat suggested playing a game of chess. Okay. Number three. Where did you learn speaking or to speak Spanish? Где ты научился разговаривать по-испански, говорить по-испански? После глагола learn мы обычно ставим инфинитив, начальную форму глагола. Where did you learn to speak Spanish? Number four. He asked me talking or to talk to the boss. Он попросил меня поговорить с боссом. Здесь достаточно просто, совпадает, как и в русском языке, что сделать, поговорить. Okay? So, поэтому у нас будет так. He asked me to talk to the boss. Попросил меня поговорить с боссом. Number five. Пятое. She hopes to graduate or graduating next summer. Graduate. Выпускаться из университета, заканчивать университет. То есть она надеется закончить университет следующим летом. She hopes to graduate next summer. Идем дальше. Number six. Jim offered us helping or to help with his work. Jim предложил нам помочь со своей работой. Точнее, с этой работой, с нашей работой, да, предложил нам помощь свою. Jim offered us to help with this work. And number seven. Josh likes sitting or to sit in front of the TV all day. Josh любит сидеть перед телевизором весь день напролет. Наверное, помнишь, что после глагола like можно ставить как инфинитив, так и герунди. Okay? Поэтому у нас получается два варианта. Либо Josh likes sitting in front of the TV all day, или Josh likes to sit in front of the TV all day. Okay? Number eight, восьмое. Sam decided to becoming an engineer. Sam решил стать инженером. Decided to. So, Sam decided to become an engineer. Number nine. She refused to speak or speaking to me after that. Она отказалась разговаривать со мной после этого. Она отказалась. После глагола отказываться, refuse, мы ставим инфинитив. Поэтому she refused to speak to me after that. And number 10, последнее в этом упражнении, но вас ждет еще одно впереди. Do you mind helping или to help me? Ты не против помочь мне? Но после оборота do you mind, после глагола mind, мы обычно, да, что там обычно, мы должны ставить с вами герундий. То есть глагол с инговым окончанием получается. Do you mind helping me? И второе, очень коротенькое задание. Вам нужно внимательно посмотреть на данные примеры с картинками и подобрать к ним подходящие глаголы. Ну, давайте посмотрим первый. Jack refused us his story. Jack отказался нам свою историю. Что мы делаем с историей? Мы, наверное, ее рассказываем. Ищем в рамочке справа глагол «рассказывать» по-английски. To tell. Подставляем его сюда на место и получается. Jack refused to tell us his story. Jack отказался рассказывать нам свою историю. Давайте посмотрим второе. Erica likes computer games. Эрика любит компьютерные игры. Наверное, она любит в них играть. Смотрим, есть ли у нас с вами глагол «играть». Конечно же, есть, и это глагол с инговым окончанием. Это gerund playing. Ну, в принципе, можно после like было бы поставить и начальную форму глагола, но герунди-то герунди, окей? Получается, Erica likes playing computer games. Let's have a look at number three. He is trying a picture. Он пытается картину. Что он пытается сделать с картиной? Вероятнее всего, он пытается ее нарисовать. Ищем глагол рисовать справа. Есть ли у нас такой? К
Конечно, есть глагол to draw – рисовать. Подставляем его и получаем he's trying to draw a picture. Он пытается нарисовать картину. Number four. The boy wants a doctor. Мальчик хочет врачом. У нас с вами осталось всего два глагола справа в рамке. To become и dancing. Где же здесь глагол подходящий? Да, мальчик хочет стать врачом. Становиться. To become. Совершенно верно. So, the boy wants to become a doctor. Ну и последнее, пятое. Sally enjoys. Что же она любит делать? Что же она, от чего же она получает огромное удовольствие? От танцев. И после глагола enjoy мы всегда с вами ставим герундий. Глагол с инговым окончанием. То есть Sally enjoys dancing. Очень любит Sally танцевать. На всякий случай я напомню вам, что вы можете подписаться на канал. Если хотите, вот нажимайте на кнопочку «Подпишись на канал» на ваших экранах. И ставьте большой палец вверх, это лайк под видео, если видео вам понравилось, если мой урок вам понравился. Кроме того, предлагаю выполнить домашнее задание. Я для вас приготовил 10 предложений, ну, точнее 10 глаголов, да, с которыми я хотел бы, чтобы вы составили предложение. Давайте я их все перечислю, на всякий случай переведу, вдруг вы что-то не помните или забыли. Так, первое. Number one. I like. Ну, разумеется, я люблю. И расскажите, что вы любите делать. Number two. I dislike. Что вы не любите делать? А? Dislike – не нравится что делать или не любить что-то делать. Number three – I hate. Hate – более жесткий глагол, чем dislike. Hate – значит ненавидеть, а? Что я ненавижу делать. Четвертое – I promise. Что вы обещаете сделать? I promise. Number five – I practice. Practice – то, что вы тренируетесь делать, в чем вы практикуетесь. Шестое – I don't mind. То, что вы не против сделать, да? I don't mind, мне все равно. То есть вы не возражаете сделать что-либо. Number seven, I offer you. Я вам предлагаю, опять же, сделать что-то. Number eight, I enjoy. То, от чего вы получаете удовольствие. Напишите дальше глагол, используйте глагол. То, что вы любите, очень любите делать. I admit. I admit – это признавать. Я признаю, что... и что-то там, опять же, вы сделали. И последнее, десятое. I refuse. Я отказываюсь. Опять же, что... что вы отказываетесь делать. А на этом я с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Bye-bye, and I hope to see you very soon, guys. Bye-bye.